Привет, ко мне приехал планшет от фирмы XP Pen, а именно модель DECO01 версия 2. Хочу заранее сказать то, что XP Pen мне не присылали данный планшет, и я его купил за свои кровные деньги. Также сегодня будет небольшая распаковка, настройка планшета и его тест. Так что присаживайтесь поудобней, а я начинаю. Приятного просмотра! Перед тем, как перейти к распаковке, хочу заранее сказать то, что качество съемки будет хромать. Я постараюсь сделать какую-то либо коррекцию, но не обещаю. Это мой первый опыт в подобном формате, поэтому, все бывает. Но в следующий раз постараюсь сделать все намного лучше, если, конечно, в следующий раз будет. Давайте уже приступим. Окей, let's go. С первым, с чем я столкнулся при распаковке, это, наверное, самой нудной частью, это снятие пакета и защиты пленки с коробки. Я думаю, это можно пропустить, сделать ее в пару кадров. Зачем нам на это смотреть? Но я хочу уточнить то, что упаковано все добротно, качественно и прям здорово. Коробка не пострадала. А вот сама коробочка. Дизайн коробки выполнен прекрасно. Мне нравится то, что она белая. И то, что она оформлена очень минималистично. На передней стороне нам показан сам планшет, показана фирма, ну и, конечно же, модель самого планшета. И все оформлено такими линиями, где нарисованы стилусы, кружки, даже стерка есть, какие-то надписи. Мне нравится, прикольно сделано. А вот на обратной части немножечко другое. На обратной стороне опять написано модель планшета и фирма. Также уточняется, какого размера планшет. То, что он имеет горячие клавиши, то, что он подходит как для левшей или для правшей, и то, что стилус имеет уровень наклона. Также еще на обратной стороне нам показана табличка, где есть дополнительные какие-то характеристики. Тут нам показывают размер области планшета, то, что стилус имеет 8000 уровня нажатия, ему не требуются батарейки, запасные 8 наконечников, USB Type-C, и то, что этот планшет подходит как под Windows, Mac и Android. Короче, да, вы меня поняли. Давайте уже посмотрим, что там внутри. Блин, смотрите, как клево открывается коробочка. Неплохо, XP Pen, неплохо. Я бы хотел посмотреть на другие ваши коробочки. Ну и планшеты, конечно. Итак, нас сначала приветствует сам планшет. Давайте мы его отложим на потом и посмотрим, что за ним. А за ним самое вкусненькое. Во-первых, это пленка защитная для планшета самого, чтобы вы не так сильно корябали его стилусом. Довольно-таки удобная вещь, я думаю, буду пользоваться этой штукой. Дальше нас ждет пакетик, в котором находится провод с USB Type-C, который подключается к компьютеру. Переходники, с помощью которых мы сможем подключить планшет к Android и iPhone. Но сразу скажу, то, что я этого показывать не буду, потому что я этим не буду пользоваться. Я не для этого купил себе планшет. Это интересная штука, но, блин, простите, был бы у меня бы еще планшет, тогда да. Но на маленьком экранчике рисовать... Ну, блин, как-то зрение свое жалко очень. Так что, клевая штука, но для меня она бесполезная. Также в этом пакетике есть бумажечки, куда же мы без них? И, знаете, они очень приятные. Две бумажки это инструкции. Одна инструкция, которая дает тебе информацию, как подключить планшет к компьютеру, а другая как к телефону. Вот это вот очень полезно, особенно к телефону. Потому что я, например, не знаю, а если кому-то хочется, они... почитаю, там, кстати, и на русском есть, это очень удобно. Также бумажечка с благодарностью, то, что мы купили данный планшет, и бумажечка, где есть ссылочки на скачивание драйверов. И сейчас у нас начинается передача «Модный приговор», потому что тут находится перчаточка. Довольно-таки сильная. Вот не знаю, буду я ее носить, но, блин, мне кажется, она мне подходит. Как считаете? Да, понимаю. Также еще в комплекте лежат 8 наконечников для стилуса. И мне кажется, хватит их надолго, хотя они весьма короткие. У вакуума они подлиннее, но посмотрим, насколько хватит. Дальше нас встречает подставка для пера. Она весьма простая, и на видео я не смог ее открыть, она открывается. Туда можно засунуть 8 тех самых наконечников. И лучше бы не видели, как я пытаюсь это открыть. Это ужасно, очень ужасно. Я лошара просто. Но потом я все-таки это открыл. У меня это получилось. Спустя час. Понимаю. Ну и последнее, что нас ждет в этой коробке, это сам стилус. И он довольно-таки приятный. На самом деле он сильно отличается от того, что у меня было. От вакуума он очень простой. Сейчас на экране увидите, как он выглядит. И этот похож на, не знаю, на трансформеры из фильмов Майкла Бэя. Такой вот футуристичный такой...
необычно. Но у него также присутствуют две клавиши, за которые можно поставить все что угодно. Стерку, пипетку и так далее. Это мы еще разберем, когда будем смотреть настройки пера. А так, да, мне он нравится. Классный материал. Одобряю. Давайте вернемся к планшету. Он у нас последний остался. Он находится в защитной такой упаковочке, на которой изображен маскот XP Pen, Феник. Очень классно выглядит, мне он нравится. Такой миленький, классненький. Сам планшет изначально находится в пленочке, но ее нужно снять. Это не та пленочка, которая входит в комплекте, это просто чтобы защитить на всякий случай. Ну вот и сам планшет, знаете, я думаю, он будет намного-намного меньше. Он довольно-таки большой, и это очень удобно. Он и простенький, и это тоже большой плюс. На нем написано название компании, XP Pen. Уголками показана зона, где можно рисовать. И, кстати, эти уголки, когда вы подключаете его к компьютеру или другому устройству, они подсвечиваются. Слева находится 8 горячих клавиш, которых можно забидеть как вам угодно. И между ними находится маленькая-маленькая палочка, которая подсвечивается, когда вы касаетесь пером области, на которой нужно рисовать. С обратной стороны ничего такого нету, там в основном просто подкладки, чтобы ваш планшет не скользил по столу. Ну вот как это все вместе выглядит. Планшет, перо, подставка, все выглядит очень органично. Мне нравится внешний вид, спасибо XP Pen за такую красоту. Давайте перейдем к настройке планшета. После того, как вы установите официальные драйвера от XP Pen, если что, ссылочка в описании, то у вас появится такое вот приложение, с помощью которого сможете настроить свой планшет. Давайте уже перейдем к настройке. Настройка тут очень простая. Нас приветствует функция пера, с помощью которого мы сможем забить две кнопочки, выбрать ластик, перо, правую кнопку мыши, все в этом духе. В зависимости от приложения, в котором вы рисуете, там будут множество других функций. Чувствительность нажатия. Это, наверное, самая главная часть в настройке. Вы можете выбрать как мягкое, так твердое. Это все в зависимости от того, как вы любите рисовать. Чтобы это проверить, можно просто коснуться области пера, надавить сильно и посмотреть, насколько у вас максимальный уровень стоит. Чем больше уровень, тем больше вариаций различных линий вы сможете нарисовать. Режим мыши, я без понятия, что это, у меня стоит все по стандарту, абсолютный. И стоит посередине вот эта вот стрелочка. Текущий экран, тут нужно выбрать именно на каком экране вы будете рисовать. Если у вас один монитор, то это вам не нужно. Если у вас два, то надо выбрать, на каком будете рисовать. Также тут можно настроить саму область рисования на планшете. Вы можете выбрать как максимальную, так и среднюю. Все очень просто. Также вы можете повернуть планшет, но это для тех, кто, например, рисует левой рукой. Чтобы у них горячие клавиши были не слева, а справа. Просто перевернуть планшет не получится. Тут надо именно вот тут вот настроить все. Ну и остались горячие клавиши на самом планшете. Вы сможете их забиндить как вам угодно. Также все зависит от программы, на которой вы рисуете. Например, в Sai не так много функций, которые можно засунуть в эти кнопочки. Ну, можно повернуть, например, приблизить, что-нибудь еще сделать, но не особо много. Думаю, в Photoshop их будет намного больше функций. Но Photoshop я просто не пользуюсь. А если пользуюсь, то очень редко. Ну вот и вся настройка. Тут думать не нужно, все очень просто. Давайте перейдем к тесту планшета. Для этого я нарисую простенький арт с маскотом XP Pen. Уже вы видите сам спидпейнт. Я его сокращу, не буду делать его долгим, там, отрывками. А если вы захотите посмотреть полный спидпейнт, то, пожалуйста, приветствую вас на другом канале, где будет полная версия спидпейнта данного арта. Ссылка в описании. После спидпейнта я расскажу о своих ощущениях после использования данного планшета. Thank you.
Ну вот и все, вот такой вот феник получился. Напишите в комментариях, как он вам. А само использование планшета весьма непривычно и неудобно. Наверное, все зависит от того, что я раньше рисовал простыми планшетами от Wacom. У них не было уровня наклона, уровня нажатия было слабое. Как-то было совсем все проще, да и стилусы были полегче, этот потяжелее. Но я думаю, это все со временем привыкнется и будет проще рисовать. Так мне сам планшет нравится. Нравится то, что у него есть горячие клавиши, это очень удобно. Вот я их использовал, прям вот здорово, очень классно. Так что мне нравится данный планшет, все. Спасибо XP Pen за такую приблуду, она классно сделана, качественно. Большое спасибо. А на этом, думаю, можно и закончить. Если вам понравилось видео, то, пожалуйста, оцените его лайком и комментарием. Это мой первый раз в подобном формате. И в следующий раз я постараюсь сделать все более качественно. Качественно сделать камеру, освещение, чтобы прям было здорово. Но если, конечно, следующий раз будет. Ну а меня зовут по-прежнему Маклауд. Всем удачи, до скорого, пока-пока-пока.